лошадиных сил. Мощность двигателя этого Кадиллака 8 цилиндров. Вообще вот такой Кадиллак очень успешно снялся в замечательной американской комедии «Мой кузен Вилли» в 1992 году. Действительно, был спет настоящий гимн этому автомобилю. И, конечно, Стэнли Крейнер в своей знаменитой комедии «Это безумный мир». Конечно, он тоже насытил такими Кадиллаками свой фильм. Вообще, вот такие автомобили, конечно, были находкой для американских кинематографистов, потому что очень красиво было снимать погони на этих автомобилях. У них очень мягкие подвески, которые давали сильный крен, занос. И это выглядело очень эффектно. Длина, кстати, этого Кадиллака 5 метров 70 сантиметров. Это, да, это один из самых длинных участников нашего фестиваля. Пассажир просит аплодисментов. Да, действительно, красиво движется автомобиль с зажженными противотуманными фарами. Вообще в Эстонии...